140 лет назад истекающая кровью Болгария, восставшая против своих поработителей, с мольбой и надеждой обратила свой взор туда, где восходит солнце, на восток, в Россию. 140 лет назад на Волге, в городе Самара, по инициативе Петра Владимировича Алабина и других поддерживающих его самарцев, родилось знамя, ставшее символом борьбы за свободу и нерушимой дружбы двух братских народов. Знамя, обогренное кровью и ставшее священным. Другая Старозагора, другая Самара. Но память о тех годах жива и сегодня, и в Болгарии, и в России. Взявшись за руки 140 лет назад, русские и болгары также вместе строили дома и предприятия, выращивали сады и шли к новым победам. Россия и Болгария. Дружба длиной в 140 лет. Легендарная Самарская улица, Старозагора. В праздничный день Самарского знамени, 18 мая, смотрите документальный фильм «Под знаменем дружбы» в 20:35 на телеканале «Самара ГИС».